जय जय श्री चैतन्य जय जय नित्यानंद जय जय श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय नित्यानंद सच्चिदानंद जय गौरवानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री चैतन्य जय नित्यानंद सच्चिदानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय चंद्र जय गौरभक्तवृंद So we're reading again from chapter 3. Читаем снова третью главу. External reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Внешние причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Anybody remember reasons we've talked about so far? Кто-нибудь помнит причины, которые мы уже обсудили? Зачем Господь Чайтанья не зашел в этот мир? Какая была одна из внешних причин? Скажите теперь по-английски, чтобы раздать любовь Кришне всем живым существам без всяких условий. Каким способом? Намо Махавадани. Нет, не эта часть стиха. Вы много раз уже слышали это слово. Санкиртан. We quoted the verse. I don't expect you to remember the verse. Нам Санкиртана. Мы цитировали этот стих. Я не ожидаю, что вы его помните наизусть. Юга Дама Прабхатама Нава Санкиртан. Чали Баби Баба Бхакти Дия Иначин Вубубан. It was Krishna speaking. Это слова, которые произносит сам Кришна. He said, I will personally come myself. Сказал, я приду сам, лично. And I will spread the Sankirtan movement. И я распространю движение Санкиртаны. And what will happen when he spreads the Sankirtan movement? И что произойдет, когда он распространит движение Санкиртаны? Чари Баба Бхакта Дия Начи Мубаван. Чари Баба Бхакта Дия Начи Мубаван. I will make the whole world dance in ecstasy. Я заставлю весь мир танцевать в экстатическом блаженстве. And what else will happen? И что еще произойдет? He said he will spread the Nam Sankirtan. By distributing himself and by tasting it himself. Он сказал, что распространит Нама Санкиртану, испытывая вкус сам к этой Санкиртане, наслаждаясь ей сам. What's the special additional feature of his spreading Nama Sankirtan in this particular Kali Yuga? Какое дополнительное особое качество присуще этому распространению нам Санкиртаны им в этот век Кали-Югу? Он даст всем возможность осознать что? Трансцендентные отношения с Кришной. Because he was thinking that
He previously came before as Krishna, but now he should come as a devotee. Потому что до этого он думал, я уже приходил как Кришна, но сейчас я должен прийти как преданный. To explain what these four types of loving devotion is. Чтобы объяснить, что это за четыре вида преданного служения, четыре расы любовного преданного служения. So I'll continue reading. Продолжим читать. Krishna Das Kaviraj has herein presented much authentic evidence from Srimad Bhagavatam and other scriptures to substantiate the identity of Lord Chaitanya with Sri Krishna himself. Доказывая, что Господь Чайтанья не отличен от самого Шри Кришны, Кришна Дас Кавираджа приводит множество цитат из Шримад Бхагаватам и других авторитетных писаний. It will explain later in this chapter. Это будет дальше объясняться в этой главе. Some verses from Srimad Bhagavatam. Некоторые стихи из Шримад Бхагаватам. Of course, Srila Prabhupada would oftentimes emphasize in many places in his purports. Конечно же, сам Шрила Прабхупада очень много раз в своих комментариях Шримад Бхагаватам подчеркивал. That nobody should except somebody who claims to be an incarnation of God. Что нельзя принимать никого как инкарнацию, воплощение Бога, если на то нет подтверждений в священных писаниях. Many people can they come and they can do some cheap mystic yoga tricks and they can claim some divinity. Очень много людей могут податься в воплощение Бога, они могут прийти и показать какие-то дешевые мистические трюки и сказать, что они являются воплощением. И очень много уже история знает таких ложных, самозванных аватар Господа. Так много случаев. Even in my lifetime, I've received different types of advertisements and information about so many people. Back in the 60s, they were shipping them over from India, like every 2 weeks somebody would come. Даже я за свою историю, за историю своей жизни видел немало таких примеров. В 70-е буквально каждые 2 недели из Индии приезжала та или иная аватара. Очень много приходило рекламы, я получал известия об этом. Даже не буду перечислять их всех. Prabhupada had a way of dealing with people who claimed to be great, either great devotees or to be the Supreme Lord. Prabhupada знал, как обходиться с такими личностями, которые утверждали, что они являются великими преданными или воплощением Бога. Он не критиковал их публично. Although sometimes when sitting among his disciples, he may speak openly about certain so-called yogis and swamis and gurus and gods. Хотя иногда бывало такое, что он в кругу своих близких учеников открыто говорил о том или ином йоге, свами, гуру или так называемом боге. But he always emphasized that being God is not so cheap. Но он всегда подчеркивал, что быть Богом — это не дешевая вещь. Потому что Бог всегда Бог, а живое существо никогда не Бог. And nobody can become God. И невозможно стать Богом. Because its position is already held. Already. The position is already held. Потому что это положение уже занято. That there are many people who would claim that by performing some yoga process, by performing some, displaying some mystic powers, they were able to become God. Но многие люди утверждают, что благодаря какой-то мистической йоге или демонстрируя какие-то мистические трюки, они смогли стать Богом. And Prabhupada would say that then if you became God, then how did you forget you were God? Ну, Прабхупада в ответ на это говорил: если ты сумел стать Богом, то как же ты забыл, что ты Бог? The power to forget is greater than you.
Это означает, что забвение сильнее, чем ты. Of course, we talked before how Krishna forgets his God. That's different. That's yoga mind. Конечно, мы совсем недавно говорили, что Кришна забывает, что он Бог, но это совсем другое. Это влияние йога майи. И есть огромная разница между йога майей и махамайей. Махамайя is Krishna's energy, which is always under Krishna's control. Махамайя — это энергия Кришны, которая всегда находится под его контролем. Krishna says, Maya Dakshina Prakriti Suyate Sacharachara. This material energy is working under my direction. Кришна говорит, Maya Dakshina Prakriti, эта материальная энергия всегда работает под моим руководством. So how did God forget that he was God? Так как же Бог может забыть, что он Бог? It means that his energy is more powerful than his. Это бы значило, что его внешняя энергия сильнее, чем он сам. И Прабхупада еще много вещей говорил по этому поводу. Как только у такого Бога разболится зуб, он сразу пойдет к стоматологу. Но мы нигде не слышали и не читали, чтобы у Кришны болели зубы, и он ходил по врачам. Бог, значит, верховный повелитель всех его энергий. So if somebody's going to be claim to be God, we should not accept them simply cheaply based upon some cheap trick. Поэтому, если кто-то заявляет, что он Бог, мы не должны слепо принимать это на основе каких-то дешевых мистических трюков. Шрила Прабхупада would speak very boldly on this platform. И Шрила Прабхупада говорил очень бескомпромиссно и прямо об этом. But publicly he would not openly criticize. Но публично он никого не критиковал. Well, sometimes he may say something. Хотя иногда бывало, он что-то говорил. But if he did, there was a good reason. Но если он так и поступал, то на то была веская причина. Generally, way Prabhupada would deal with people when they ask questions about so-called guru, swamis and gods. Обычно, когда к нему приходили и спрашивали о так называемых Prabhupada, гуру, свами и богах, whoever asked the question, Prabhupada would say, "What is his philosophy?" То в ответ этому человеку, который задавал ему этот вопрос, он говорил, а в чем его философия этого гуру, свами или бога? И этот человек пытался описать его философию. И затем Прабхупада в пух и прах разбивал эту философию. With logic, argument, and evidence in scripture. Логикой, рассуждениями и подтверждениями священных писаний. So, therefore, here we see that Krishnadas Kaviraj Goswami is going to establish Chaitanya Mahaprabhu from evidence in scripture. И здесь мы видим, что Кришнадас Кавирадж Госвами установит личность Шри Чайтаньи Махапрабху как Верховного Господа на основе священных писаний. Богооткровенные писания представляют нам знания или информацию о прошлом, настоящем и будущем. Ясадева — это три калагья. Трикалагья means knows past, present, and knows future. Трикалагья значит, что он знает прошлое, настоящее и будущее. And he's already given in Srimad Bhagavatam evidence as to the different appearances of the Supreme Lord. И он уже привел на страницах Шримад Бхагаватам доказательства или показания явления Верховной Личности Бога в тех или иных воплощениях. Помню, как-то раз в 73-м году я зашел в один книжный магазин. And they, at the time, there was
somebody, his name was Baba Prijan, the Laughing Man Institute. He was very popular in 1970. В то время очень популярным был Баба Фри Джон из Института смеющегося человека. He had a philosophy that any difficulties you experience in this world can be overcome by laughing. У него была философия, которая заключалась в том, что любые трудности этого мира можно преодолеть смехом. И он основал Институт смеющегося человека. Полностью бритая голова. Одежда отреченного монаха. At one time there was a very famous, maybe you even heard it, he was a Zen Buddhist. И в то время был также очень известный один зен-буддист. His name was Alan Watts. По имени Ален Уоттс. Very popular in the 1970s. Yes. Может быть, слышали о нем. Он очень был популярным в то время. So when I walked into the bookstore, there was a great big poster on the wall. И когда я вошел в этот книжный магазин, на стене висел огромный постер. На нем была фотография Бабы Фри Джона, смеющегося человека. Below it, there was a statement from Alan Watts. А внизу была цитата Алена Уоттса. He said, "I think we have an avatar here." Он говорил, кажется, у нас здесь аватара. This is the kind of evidence they provide for avatars. Такое подтверждение или свидетельство приводит он для того, чтобы определить аватару. И люди верили. Люди верили, что это аватара Верховного Господа, которая пришла научить тому, как смеяться и избавиться от рождения и смерти. We have to look for scriptural evidence. Поэтому мы должны искать подтверждение в священных писаниях. Not just accept anybody's statements. What to speak of a statement beginning with "I think"? А не просто принимать утверждение, кого попало, особенно утверждение, которое начинается со слов "мне кажется" или "я думаю". You don't hear any statements in the Shastra beginning with "I think"? Нигде в шастрах мы не видим утверждений, которые начинаются со слов "я думаю" или "мне кажется". Папа once said, "When you begin a statement with the words 'I think', you should finish it in the closet." Шрила Прабхупада говорил, что если вы начинаете говорить со слов "я думаю", то закончить это предложение вам нужно в шкафу. We don't want to try to convince people about the absolute truth, who requires full surrender by saying "I think". Какой смысл пытаться убедить людей в абсолютной истине, которая требует полного предания словами, которые начинаются с фразы "я думаю" или "мне кажется"? So here Krishnadas Kaviraj Goswami presents authentic evidence from the Srimad Bhagavatam. И здесь Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами приводит авторитетное подтверждение священных писаний. Srimad Bhagavatam is considered to be the emperor of all scriptures. Srimad Bhagavatam считается императором всех священных писаний. If anybody's ever looking for scriptural evidence, the Srimad Bhagavatam is considered to be the best, most authentic reference for scriptural evidence. Если вы ищете подтверждение священных писаний, то Srimad Bhagavatam является самым лучшим, самым авторитетным источником таких подтверждений. Это зрелый плод всех ведических писаний. So Krishnadas Kaviraj Goswami, he is the author of Chaitanya Charitamrita. И Кришнадас Кавирадж Госвами является автором Шри Чайтанья Чаритамриты. So when establishing Chaitanya Mahaprabhu's divinity, и устанавливая божественное положение Шри Чайтаньи Махапрабху, он сразу же начинает с подтверждения из Шримад Бхагаватам. First evidence he provided was
when Garga Muni was performing the name-giving ceremony of Krishna. В качестве первого подтверждения он вспоминает то, как Гарга Муни во время обряда наречения давал имя Кришне. Saying that this personality previously appeared in other forms at different times. Он сказал, что эта личность ранее рождалась в других обликах. And appears in the colors of reddish color, yellowish color. Он рождался в красноватым цветом, желтоватым, blackish color, темным. So Kaviraj Goswami explains that Garga Muni was actually predicting the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет, что на самом деле Гарга Муни своими словами предсказывал явление Шри Чайтаньи Махапрабху. Несмотря на то, что Шримад Бхагаватам был составлен 5000 лет назад. He was speaking about the appearance of the Lord who would later appear in a yellowish complexion. Он говорил о явлении Господа, который позднее придет в теле желтого цвета. And there is other evidence also in the Srimad Bhagavatam. Есть и другие подтверждения в Шримад Бхагаватам. It's always called Krishna Vanam Trisha Krishna Sangopa Parshadam. Yogyaya Sankirtanam Prayaya Janti Yisum Vedasa. Persons who are actually intelligent. Этот стих очень часто цитируется. Кришна Варна Твиша Кришна. Люди, которые по-настоящему разумны. They will worship the Supreme Lord who has appeared in a form which is Akrishna. Akrishna means not like Krishna. Они будут поклоняться Верховному Господу, который пришел в форме цвета Акришна. Акришна значит не темный, не черноватый. Did you translate the whole verse? Yes. Вы перевели весь стих? Да. Простите. Because the order is... You can do it again. No, можете все повторить на английском. Нет, просто его цвет не темный, но он золотой. And he's always surrounded by his associates. И он все время находится в окружении своих спутников. When Lord Chaitanya appears, he's not using any weapons like Krishna. Когда Господь Чайтанья приходит, он не пользуется никакими оружиями, как это делает Кришна. Krishna appeared, he was carrying his weapons. Когда Кришна пришел, он нес с собой свое оружие. Sudarshan chakra. Правильно? Сударшана чакра. But Lord Chaitanya didn't carry any weapons because he didn't come to kill demons. Но Господь Чайтанья не носил с собой никакого оружия, потому что он не пришел, чтобы убивать демонов. Although Lord Chaitanya came to kill, but not demons. Хотя он пришел, чтобы убивать, но не для того, чтобы убивать демонов. You know what he came to kill? Знаете, кого он пришел убивать? Демоническое настроение. He came to kill the demoniac mentality. Он пришел, чтобы убивать демоническое умонастроение. So many ways he demonstrated how he was able to do that. И очень много раз он продемонстрировал то, как он умеет делать это. Prabhupada would always emphasize that about how Lord Chaitanya's mercy. Шрила Прабхупада всегда подчеркивал это о милости Господа Чайтаньи. And sometimes he would speak very strongly in presenting his followers that previously they were addicted to all kinds of sinful activities and now they were becoming lovers of God. You mean Prabhupada? Иногда Прабхупада говорил очень сильные фразы, очень горячо отзывался о своих последователях и говорил, что раньше они были привязаны ко всем видам греховной деятельности. И сейчас поглядите на них, и он объяснял это милостью Шри Чайтаньи Махапрабху. Он никогда бы не сказал,
это мое, это моя заслуга. Он никогда так не говорил. This is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Он всегда говорил, это милость Чайтанья Махапрабху. In fact, I remember a little story. На самом деле, я помню, расскажу вам небольшую историю. I remember that I used to regularly visit what's called the Bhaktivedanta archives. Я раньше регулярно приезжал в так называемые архивы Бхактивиданты. So when I visited this time, the devotee, my godbrother, said to me, Maharaj, I got something very special. И когда я приехал туда в очередной раз, мой духовный брат сказал мне, Махарадж, у меня есть кое-что особенное для вас. And what did you get? What do you have? И я спросил, что же это? He opened up this locked file cabinet. Он открыл ящик, который был закрыт на замок. He said, somebody just gave this to the archives. И сказал, только что вот подали в архивы. Pulled out Prabhupada's diary. Он вынул оттуда дневник Шрилы Прабхупады. From 1966. 66-го года. The first year that Prabhupada was in America. Это первый год, когда Шрила Прабхупада приехал в Америку. Prabhupada would put in daily entries into his little diary. Шрила Прабхупада ежедневно делал записи в этом дневнике. No one has ever seen this before. И я ни разу не видел и не слышал об этом дневнике. I said, can I look at it? И я сказал, можно я посмотрю на него? He said, yes, I'll lock you in the other room. И он сказал, да, я закрою тебя сейчас в комнате и смотри. You can look at it for as long as you want. И можешь смотреть, сколько твоей души. So I went in the other room and I started flipping through the pages. И я пошел в комнату и стал перелистывать страницы. I can't remember exactly the date. It was in 1966. Не помню точно дату этой записи 66 года. And Prabhupada had written in his journal entry. Prabhupada написал там. No, I don't have it. Вы сейчас смотрите, пытаетесь найти? Нет, я просто помню эту историю. I'm paraphrasing it. Шрила Прабхупада написал что-то вроде я сейчас перефразирую. Today we had recorded, we did a recording of Harinam Sankirtan. Он сказал, сегодня мы сделали запись Харинама Санкиртаны. He said, now I have personally seen with my own eyes. Теперь я увидел собственными глазами. This is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Это милость Чайтаньи Махапрабху. He said, I have seen how the holy name of the Lord is given by Lord Chaitanya and Haridas Thakur. Теперь я увидел, как святое имя, данное Господом Чайтаньей Махапрабху и Харидасом Такуром. Харидас Такур could make even the animals chant and dance. Харидас Такур мог заставить воспевать и танцевать даже животных. And he said, now I have personally witnessed it with my own eyes. И теперь я увидел это собственными глазами. He said, but this is not my credit. Но это не моя заслуга. This is all the credit of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Все это заслуга Шри Чайтаньи Махапрабху. Of course, Prabhupada was not seeing them as literally as animals. Конечно же, не то, что Прабхупада буквально воспринимал их как животных. He was looking at drug hippies. Но перед ним были привязаны к наркотикам хиппи. And seeing how they were induced to chant and dance so blissfully, и видя, как они были вдохновлены воспевать и танцевать в блаженстве святые имена Господа. When I saw it, I actually became very, very emotional. Когда я прочитал эту запись, на самом деле у меня были очень сильные эмоции. Although I wasn't there in 1966. Хотя меня не было еще в 66 году. I was definitely in that category. Но я, несомненно, также подпадаю под эту категорию. И я просто диву давался, какой доброй, какой милости вышел Прабхупада. Я взял листик бумаги и
переписал. And I kept it, and I kept it away, back away in one of my pockets of my. И засунул этот листочек в один из кармашков своего кошелька. Конечно, сейчас этот дневник издан. Но суть в том, что Шрила Прабхупада всегда отдавал заслуги Шри Чайтанья Махапрабху. Понимая силу милости святого имени, которое же распространял Шри Чайтанья Махапрабху. One time Prabhupada was met by a magician in Vrindavan. Однажды во Вриндаване один маг, мистик встретил Шрилу Прабхупаду. And the magician was actually playing a little bit with Shrila Prabhupada. И этот маг немножко смеялся, потешался над Шрилой Прабхупадой. It wasn't very much appreciated by the devotees. Преданным это не очень понравилось. He would take something and he pulled a coin out of Prabhupada's ear. Он брал и играючи вдруг доставал из-за уха Шрилы Прабхупады монетку. And he would kind of prod Шрилу Прабхупаду. Can you do magic like this? И он подначил Шрилу Прабхупаду. А вы умеете такую магию показывать? And Prabhupada just smiled and said yes. И Шрила Прабхупада улыбнулся, да. And he took his hand and spread his hand right across the room. И он протянул руку и провел ею, указывая на всех собравшихся в зале. So previously, these boys and girls were all addicted to all kinds of sex and drugs. Все эти юноши и девушки раньше были привязаны к всяческим видам наркотиков и сексу. And now they've given these things up for love of God. А теперь они оставили все это ради любви к Богу. So this is my magic. Вот моя магия. And he said, "Can you do that?" А ты так можешь? We couldn't say anything. Магу не нашлось, что ответить на это. Prabhupada, that was Prabhupada's magic. Вот магия Прабхупады. So this is all mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Все это милость Чайтаньи Махапрабху. Кришна Ванам Чишан Кришнам Сангопам Гаштам Пашидам. Lord Chaitanya came to kill the demoniac mentality. Кришна Ванам Тиша Кришнам. Господь Чайтанья пришел, чтобы убить демоническое умонастроение. And he's always surrounded by his associates, such as И он всегда окружен своими близкими спутниками, такими как Господь Нитянанда, Двайта Ачарья, Харидас Такур. He carries no weapons. И он не носит оружие. His weapon is the holy name of the Lord. Его оружие – это святое имя Господа. Well, this is what's being described here. Именно это описывается здесь. It's the Kaviraj Goswami prevents presents scriptural evidence to identify to substantiate the identity of Lord Chaitanya with Sri Krishna himself. Кавирадж Госвами приводит подтверждение из священных писаний, чтобы подкрепить положение о том, что Господь Чайтанья является самим Кришной. And he has described bodily symptoms of Lord Chaitanya that are visible only in the person of the Supreme Lord. И он описывает особенности внешнего облика Господа Чайтаньи, присущие только изначальной личности Бога. Мы сейчас не будем их читать, но они здесь приводятся. And he has proved that Lord Chaitanya appeared with his personal associates, Nityananda, Advaita, Gadadhara, Srivas, and other devotees, who preached the special significance of chanting Hare Krishna. И доказывает, что Господь Чайтанья вместе со своими приближенными Шри Нитянандой, Адвайтой, Гададхарой, Шривасой и другими проповедовал важность повторения мантры Хари Кришна. In the beginning of Chaitanya Charitamrita, in seventh chapter. В начале Чайтанья Чаритамриты в седьмой главе. There are two very important verses. Есть два очень важных стиха, explain who Panchatattva is, которые объясняют,
Кто такие Панчататва? Мы говорили о том, что Господь Читания является Всевышним Господом, но Панчататва значит пять истин. Панчататва экавасту нахи чуведа раса асвадита табу вибидхада веда. That spiritually, there are five tattvas, but actually on the absolute platform, they're all one. В этом стихе говорится, что существует этих пять татв, пять истин или сущностей, но на самом they're деле... They're all one because they're ekavastu. On the transcendental на трансцендентном platform, уровне everything is все абсолютно. Между ними нет никакой разницы с духовной точки зрения. But there are, since there are also varieties in the spiritual world. Но поскольку духовный мир также исполнен разнообразием, one has to distinguish between these different tattvas in order to taste spiritual variety. Необходимо научиться отличать одну таттву от другой, чтобы ощутить это разнообразие. That's one of the fundamental distinctions about Gaudiya Vaishnava Siddhanta. Это одно из фундаментальных отличий Гауди Вайшнавской Сиддханты. There are some philosophers who like to put emphasis that everything is ultimately one. Некоторые философы подчеркивают, что все едино. But actually, Gaudiya Vaishnava Siddhanta teaches that everything is one, simultaneously and inconceivably one, but different. Но Гауди Вайшнавская философия учит тому, что все едино, но при этом непостижимо одновременно различно. Because variety is the spice of life. Потому что разнообразие — это соль жизни. Это как приправа или специи. So those who simply try to emphasize the oneness, they can't experience the actual variety or distinctions in spiritual life. И те, кто лишь сосредотачивается на единстве, не способны ощутить вкус разнообразия духовной жизни. To experience real spiritual pleasure, one has to taste these spiritual varieties. И чтобы испытать истинное духовное блаженство, необходимо научиться ощущать это духовное разнообразие. So Lord Chaitanya came to teach Chincha Bheda Bheda Tattva, which is inconceivable, simultaneous oneness and difference. И Господь Читания пришел научить этой Ачинча Бхеда Бхеда Таттве непостижимому одновременному единству и различию. The next verse is Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Surupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. The Kaviraj Goswami offers his obeisance to Krishna, who has appeared in five features. В следующем стихе Кавирадж Госвами приносит свои поклоны Кришне, который явился в пяти ипостасях. Those five features are as a devotee. Эти пять ипостасей следующие: преданный. As an expansion of a devotee. Экспансия преданного. As an incarnation of a devotee. Воплощение преданного. As a pure devotee. Чистый преданный. And as devotional energy. И энергия преданности. These are five features of Lord Chaitanya. Это пять ипостасей Господа Who are manifest as Lord Chaitanya. Которые проявлены как Господь Чайтанья. Who is a devotee. Преданный. We already said he is the Supreme Lord, but he appears as a devotee. Мы уже сказали, что он Верховный Господь, но он приходит в образе преданного. Поэтому он известен как Чхана Аватара, скрытое воплощение. Экспансия преданного. Кто это? Just as Balaram is the first expansion from Krishna, Nityananda is the first expansion from Lord Chaitanya. Точно так же, как Баларама является первой экспансией Кришны, так и Господь Нитянанда. Nityananda always thinks of himself as a servant of Lord Chaitanya. Nityananda всегда считает себя слугой Господа Чайтаньи. As well as Advaita, who is the incarnation of the devotee.
Так же, как и Адвайта, воплощение Господа. And then pure devotee is... Who is the pure devotee? Катада. А чистый преданный? First, yeah, Вишну Татва. Первые три — это Вишну Татва. Pure devotee is Шривас Такур. Чистый преданный — это Шривас Такур. И он же Ясна Радамуни. Гададхар — это энергия преданности. All of these, although they are ekavastu, all spiritually, transcendentally absolute, they're also very different in order to taste the variety of relationships. Хотя все они эковасту, трансцендентно абсолютны, но, тем не менее, они отличаются друг от друга для того, чтобы можно было ощутить духовное разнообразие. The word achintya is used, and it's inconceivable. Слово «ачинтья», которое используется, значит непостижимое. It's very difficult to fully conceive how something can be simultaneously absolutely one and different. Потому что очень сложно понять, как что-то может быть одновременно абсолютно единым и одновременно отличным. But many of the philosophers, they try to make everything one. We are all God. Но при этом многие философы пытаются доказать, что все едино, мы все. I'm God, you're God, you're God. Я Бог, ты Бог, мы все Бог. Because we're all God's energy. Потому что мы все есть энергия Бога. We all ultimately are the supreme. И в конечном счете мы все. But the energy of the Supreme Lord is simultaneously one with, but different. Однако нужно понимать, что энергия Господа, она одновременно едина с Господом и отлична от Господа. Мы маленькие боги. The difference is that Krishna is always God and I'm never God. И различие в том, что Кришна всегда Бог, а я никогда не Бог. Ekala Ishvara Krishna Arasarva Britya. Chaitanya Charitamrita says that Krishna is this one supreme controller and all other energies, all of them are subordinate to him. Chaitanya Charitamrita объясняется, что Ekala Ishvara Krishna, Krishna единственный Всевышний, и все остальные ему подчинены. Krishna is Mayadish, which means he is always the controller of Maya. Krishna Mayadish, он всегда повелевает Майей. The living beings are Mayavash, that means we're under control. А живые существа Mayavash, то есть мы находимся под ее влиянием. Of course, we have the same qualities as the Lord. Конечно же, у нас такие же качества, как у Господа. Krishna has Satchitananda, full of eternity knowledge of this. Кришна Сатчитананда, он исполнен вечности, знаний, Krishna also has the qualities of beauty, renunciation, wealth. Кришна также обладает качествами красоты, отречения, богатства, intelligence, знания, славы, beauty, красоты, beauty, intelligence, wealth, fame, renunciation, whatever, strength, and the strength, отречение, знания, strength. Сила. Yeah. Living being can only have a small portion of it. И живое существо может обладать или быть наделено лишь небольшой частью этих качеств. Whereas Krishna is complete in all. Тогда как Кришна обладает ими в полной мере, и он сам по себе полон. Therefore, we are tiny gods, parts and parcels, spiritual sparks. Поэтому мы маленькие боги, частички. Искорки духовные. But we're always under the influence of Krishna's energies. Но мы всегда находимся под влиянием энергии Кришны. Either his internal energy or his external energy. Будь то его внутренняя энергия или внешняя энергия. Just a drop of ocean water has the same qualities of the ocean. Точно так же, как капля океана обладает теми же свойствами, присущими океану.
Quantitatively, the drop is far different than the whole ocean. Но по количеству капля и океан. So Lord Chaitanya appears with these five, in these five features or five forms. Итак, Господь Читания приходит в этих пяти обликах. And they all appear with him to assist him in the spreading of the Sankirtan. И все они нисходят, чтобы помочь ему в распространении движения Санкиртаны. As Kaviraj Goswami says here, to preach the special significance of chanting Hare Krishna. Как здесь говорит Кришнадас Кавираджа, для того, чтобы проповедовать важность повторения мантры Хари Кришна. The appearance of Lord Chaitanya is both significant and confidential. Его явление многозначно и сокровенно. He can be appreciated only by pure devotees and only through the process of devotional service. Постичь его могут только чистые преданные и только в процессе преданного служения ему. In other words, to be able to fully appreciate Lord Chaitanya, one can only know him by devotion. Другими словами, для того, чтобы по-настоящему постичь Господа Читанию, это возможно лишь благодаря преданному служению. И Кришна говорит то же самое о себе в Бхагавад-гите. Кто-нибудь знает стих? Как можно узнать Кришну? The first verse, first word is bhaktya. Первое слово – это бхактия. Кимама виджанати яваньясхасни татвата. Бхактия мама виджанати. Кришна tells Arjuna. Кришна говорит Арджуне. Only by undivided devotional service can I be known. Только с помощью беспримесного преданного служения можно постичь меня. Only then can you enter into the mysteries of understanding. Только так можно проникнуть в тайну моего бытия. Krishna can't be known simply by reading books. Кришну невозможно узнать просто через чтение книг. Krishna can't be known by memorizing verses. Его невозможно узнать, выучивая стихи. So don't worry if you don't memorize. Поэтому не беспокойтесь, если они вам не запоминаются. The verse Prabhupada used to quote so many times. Этот стих Прабхупада цитировал очень часто. This verse describes that for a person who's devoid of devotional service, for a person who is devoid of devotional service, even if he takes birth in a great family or nation, если человек чужд преданному служению, даже если он родился в знатной семье, even if he performs all kinds of austerity, даже если он совершает всевозможные аскезы, даже если он знает все возможные стихи из священных писаний, если он очень ученый, so for such a person, if he's devoid of devotional service, но если такой человек при этом чужд преданному служению, all these things are like ornaments on a dead body. Все эти вещи сродни украшениям на теле мертвеца. Что толку в украшениях на мертвеце? Они просто служат потехе толпы. Невозможно просто заучивая шлоки стать преданным. Krishna has much, much, much broader vision than that. У Кришны гораздо, гораздо более широкое видение. The heart, as we already said, in everyone's heart. Он в сердце, как мы уже сказали, в сердце каждого. He's witnessing. And he knows what our motives are. И он знает наши мотивы. Он видит их всех. We want to become a big scholar so that I can get fame. Он видит, что мы хотим стать великими учеными, чтобы обрести славу, respect, уважение, worship me, что
чтобы мне поклонялись. Hundreds of verses. Just run them off one after the other. Я заучу сотни и сотни стихов и буду выстреливать их один за другим. Like Keshava Kashmiri. Anyone know who Keshava Kashmiri was? Прям как Кешава Кашмири. Кто-нибудь знает, кто такой Кешава Кашмири? Он был известен как Дигвиджай. So proud of his expertise in composing verses right off the spot, spontaneously. Он был так горд своей ученостью, он мог сочинять стихи прямо на лету один за другим. And he was known as a Dikvijay because no one could defeat him. И он был известен как Дигвиджай, потому что никто никогда не мог победить его. So он был таким гордым. He would defeat somebody, he would say, "Here, write your name." Когда он побеждал кого-то, он говорил: «Вот, запиши свое имя». Я хочу добавить тебя в список. Я хочу добавить твое имя в список побежденных мной. Just like in America, they used to have Western cowboys. Oh. Every time they killed somebody, they put a notch on their gun. Yeah. Как в Америке ковбои, каждый раз, когда они кого-то убивали, они делали очередную засечку на своем револьвере. So Dikvijay was very proud of his И Дигвиджай тоже был очень горд своей ученостью. Но была одна личность, которая заставляла его волноваться. Он слышал что-то о Нимае Пандите. Чайтанья Махапрабху, который был молодым Чайтанья Махапрабху. Anyways, Nimai Pandit, Lord Chaitanya, he defeated Дигвиджай. Так или иначе, Nimai Pandit, Господь Чайтанья, он победил Дигвиджая. And after he defeated him, he just picked out one small word that was duplicated in a verse. И как он победил его, он нашел одно слово, которое повторялось дважды в этом стихе. So he had some redundancy, grammatical redundancy in this verse. Mm-hmm. Corrected it. О, у тебя здесь грамматически неоправданный повтор, и он поправил его. And then the Dikvijay was shocked. Nobody's ever defeated me before. И Дигвиджай был ошеломлен, он сказал: «Никто никогда меня раньше не побеждал». И Нимай Пандит был окружен своими учениками. И они стали давиться от смеха, пытаясь сдерживаться. И Господь Чайтанья сказал ему угомониться, он не хотел слишком сильно позорить Дигвиджая. Why don't you go home and think about it? And come back tomorrow, we'll talk about it some more. Он сказал Дигвиджаю: почему бы тебе не пойти домой и обдумать это? Возвращайся завтра, мы еще раз это обсудим. So Дигвиджай went home. И Дигвиджай отправился домой. And then he fell asleep. И провалился в сон. So disturbed. How nobody had ever defeated him before. Он был повержен, он сокрушался: никто никогда меня не побеждал. И ему во сне пришла богиня Сарасвати. Это богиня знания. Благодаря ее милости человек может стать. Stand in front of Krishna, the Supreme Lord. Но богиня Сарасвати никогда не может вставать на пути Кришны. Her knowledge that she's given can never be used against Krishna. То знание, которое она дает, никогда не может быть использовано против Кришны. So when Keshava Kashmiri tried to defeat her, his tongue became tied; he couldn't speak. И когда Кешава Кашмири пытался победить Господа, его язык онемел, он не мог ничего сказать. So Saraswati told
him in his dream, that actually the reason why he could not defeat him is because he was the Supreme Lord. И Сарасвати сказала ему во сне, на самом деле причина, по которой ты не смог одержать победу над ним, это то, что он Верховный Господь. Anyways, this was all revealed to him in his sleep, and then when he woke up in the morning, he immediately went back to Lord Chaitanya, prostrated himself, completely surrendered. Все это приснилось ему, все это он увидел во сне, и когда он проснулся, он примчался к Господу Чайтанье, распростерся в дандавате перед ним и полностью предался ему. So, Bhagavad-bhakti hinasya jati shastram cha pastapam. That even if one knows so many verses and is expert in the scriptures, if he has no devotion, it's like an ornament on a dead body. Итак, Бхагавад-бхакти хинасья, даже если человек знает очень много стихов наизусть и в совершенстве владеет священными писаниями, при этом, если у него нет преданности, все это подобно украшениям на теле мертвеца. У Кришны гораздо более широкое видение, его видение совершенно. He knows what's in everyone's heart. Он знает, что находится в сердце каждого. Невозможно ничего от него спрятать. Therefore, what's most important to Krishna is simply that there is a sincere desire. Поэтому что самое главное для Кришны, так это искреннее желание. And bhakti is not cultivated simply by knowledge and renunciation. И бхакти невозможно культивировать просто через знание и отречение. The knowledge and renunciation these are byproducts of bhakti. Знание и отречение являются производными продуктами бхакти, которые приходят как следствие. They're not the means for achieving bhakti. Они не являются способом достижения бхакти. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. Bhagavatam says, by rendering devotional service to the Supreme Lord Vasudeva, one automatically acquires knowledge and detachment. Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджитаха, служа Верховной Личности, Васудеви, человек автоматически обретает знания и отречение. So that is Krishna's vision. Krishna's vision is perfect. И это видение Кришны. Видение Кришны совершенно. Krishna sees what's in the heart. Кришна видит, что находится в самом сердце. He's known as Bhavagrahi. Он известен как Бхаваграхи. Бхаваграхи means he understands the intention of the person. Бхаваграхи значит, что он понимает намерение живого существа. Even if externally there appears to be some mistake. Даже если с внешней точки зрения есть какие-то ошибки, недочеты, погрешности. In Krishna's eyes there's no mistake. В глазах Кришны никаких ошибок нет. He understands the person's intention. My intention was to do something to please Krishna. Он понимает намерение этой личности. Он понимает, что намерение было в том, чтобы порадовать Кришну. And Krishna says that will always be noticed. И Кришна говорит, что это никогда не останется незамеченным. Never be lost. Никогда не будет потеряно. Nehabrakamo nashisti pachavaya libhijate svapama piyasya damasya trayate mahatobaya. In this endeavor, there's never anything lost. Nehabhikrama nashisti. Никогда ничего нельзя потерять на этом пути. Ничто не будет потеряно. Never anything lost and never any diminution. Ничего не будет потеряно, и ничто, ни одно усилие не пропадет даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. So, the Lord Chaitanya can be appreciated by pure devotees and only through the process of devotional service. Итак, Господь Чайтанья может быть понят только чистыми преданными и только через процесс чистого преданного служения. It can't be appreciated simply by strength, knowledge, renunciation. Его невозможно понять просто через силу, знание или отречение. There's one verse I quote a lot. Есть стих, который я очень часто цитирую. It's a verse by Prahlad Maharaj. Это стих, который произносит Прахлада Махарадж. Prahlad Maharaj is 5-year-old boy. Прахлад Махарадж — это 5-летний мальчик. He's perfect evidence. Он является совершенный пример, доказательство. That age is not required for wisdom and renunciation. Что возраст совсем не обязателен для того, чтобы обладать мудростью. Prahlad Maharaj's words are taken as shastra, as evidence. Слова Прахлады Махараджи
приравниваются к шастре, подтверждению священных писаний. Because he was such a great exalted devotee. Потому что он был таким великим, возвышенным, преданным Господу. Prahlada Maharaj used to preach to his classmates at school. Prahlada Maharaj проповедовал своим одноклассникам в школе. For those of you who read Bhagavatam, you know. Те из вас, кто читали Бхагаватам, вы знаете. His father was Hiranyakashipu. Его отец был Хираньякашипу. Hiranyakashipu wanted Prahlada to learn everything but devotion. Хираньякашипу хотел, чтобы Прохлада обучился всему, кроме преданного служения. Хотел, чтобы он был сведущ в дипломатии. How to kill an enemy. Ну, как убивать своих врагов. Economic development. Экономическом развитии. Everything Prahlad was supposed to be taught. Подразумевалось, что Прохлада научится всему этому. Took no interest whatsoever. Но ему все это было совершенно неинтересно. And whatever the teachers under Namaka would try to teach him, Prahlad showed total indifference to anything he would try to teach him. И чтобы его учителя Шанды и Амарка не пытались преподать ему, Прохлада Махарадж показывал полное безразличие ко всем этим наукам. Шанда и Марка даже приводили его к его отцу Хираньякашипу и говорили: мы ничего не можем поделать с этим ребенком. Но Хираньякашипу отправлял их обратно и говорил: слушайте, сделайте из него совершенного демона. Prahlad, all he could display was complete devotion. Но все, что мог проявить Прохлад Махарадж, это полное предание Господу, преданность. And even when the teachers were not there, he would start preaching to all of his classmates. И когда учителей не было рядом, он начинал проповедовать и обучать своих одноклассников. One of the verses he spoke, he said, "Oh, my friends." В одном из стихов он говорит: "О, друзья мои!" Oh, sons of demons. Сыновья демонов. Prahlad was very straightforward. Прохлад был очень прямолинейным. You cannot please the Supreme Lord, even if you become expert Brahmins. Невозможно удовлетворить Верховного Бога, даже став совершенным брахманом. Do you become advanced in etiquette? Развив безупречные манеры. Vast learning. Или обретя обширные познания. Nor by austerities. Не аскезами. Nor by chastity. Не целомудрением. Nor by great sacrifices. Не великими жертвоприношениями. Not even by accepting vows. Даже не принятием обетов. None of these things will make Krishna happy. Ничто из этого не обрадует Кришну. Не сделает его счастливым. Единственное, что удовлетворяет Господа, это преданность. Если человек не занят искренним преданным служением, то все остальное это просто показуха. Почему это показуха? Because Krishna's not looking. Потому что Кришна не смотрит. You can't get his attention, even if you become expert Brahmin, advanced in etiquette, great sacrifices. These things won't get his attention. Невозможно привлечь его внимание, не став совершенным Брахманом, не показывая безупречные манеры, не совершая жертвоприношения. Ничто это не привлечет его внимание. Why get his attention? Что привлечет его внимание? Do it for him. Если мы будем делать это для него. Если мы будем делать это для него, то тогда он будет очень доволен. But да, if you're not doing делаешь it for him, это для меня. Но если мы не делаем это для you're него, doing it for someone else. Значит, мы делаем это для кого-то sure. другого. You'll get somebody else's attention. Чтобы привлечь внимание кого-то другого. Он великий ученый. Он великий йог. They may become interested. Oh yes, to see how big yogi is. Может быть, нас заинтересует такая слава стать известным великим йоги.
ты захочешь стать нашим последователем, вы можете обрести последователей, богатство. Но вы не обретете внимание Кришны, его и преданный, он очень хочет привлечь внимание Кришны. Но преданный также знает. Он также думает. У меня нет никакой преданности. Преданный естественным образом должен так думать. Это один из признаков преданного. One of the three principles that are taught in Brihad Bhagavatamrita. На самом деле, это один из трех принципов, которым обучают Брихад Бхагаватамрита. Narada Muni was looking for who is the greatest recipient of Krishna's mercy. Narada Muni искал преданного, который обрел больше всего милости Кришны. Went to a Brahman, he went to a king. Он отправился к Брахме. He went to Indra. Brahma, Shiva, Shiva. He went to Pralad, Prahladu, Hanuman, Hanumanu, Pandavas, Pandavam, Yadavas, Yadavam, Udava. Он поговорил с Удавой. And took him to the Shivananda residence of Raj. И Удава отвел его, чтобы показать ему жителей в Раджи. He was told that this is the greatest recipient of Krishna's mercy. И кому бы ни обращался Нарада, тот отправлял его к другому преданному, который, по его мнению, обрел больше всего милости Кришны. He was told by the previous devotee. Oh, okay, okay. That, previous devotee. Yes. Преданный отправлял его к следующему преданному. Every devotee Narada came to him and said, I've come to see you, Prahlad. I've heard so much about you. You are the greatest recipient of Krishna's mercy. И так он приходил к каждому преданному и говорил, Прохлад, я слышал, что ты самый величайший преданный, ты обрел больше всего милости Кришны. But every devotee used evidence to prove three things. Но каждый из этих преданных использовал три подтверждения, чтобы доказать три вещи. Что, во-первых, он не делал достаточное служение Кришне, у него не было любви к Кришне, и он не обрел милость Кришны. Потому что чувствовал, что не заслуживает этой милости. Это естественные качества преданного. So what do we do if we want to get Krishna's attention? Так что же нам делать, если мы хотим привлечь внимание Кришны? If I don't do enough service for Krishna? Я не совершаю достаточно служения Кришне. I have no love for Krishna? У меня нет любви к Кришне. And I can't get His mercy because I don't deserve it. Я не могу обрести Его милость, потому что я ее не заслуживаю. Seems like we're caught, stuck. Какой-то замкнутый круг получается. What do we do? Что же нам делать? I can't get Krishna's attention and I don't have love. У меня нет любви к Кришне, я не могу привлечь его внимание. I as well just give it up, because I have no hope. Можно тогда все это бросить, потому что все это безнадежно. Но есть решение. We serve as devotee. Мы служим его преданному. Because devotee is very pleasing to Krishna. Потому что преданный очень сильно удовлетворяет Кришну. When we serve Krishna as devotee, then that's how we get Krishna's attention. И когда мы служим преданному Кришне, вот так мы получаем внимание Кришны. Prabhupada said, you love me, love my dog. Oh, I said this in the wrong place. Прабхупада говорил, любишь меня, люби мою собаку. Ой, похоже, я это не там сказал. Love me, love my dog. Не в той местности. Yeah, this expression is an English saying. It's an English saying. Это английское выражение. Если ты хочешь удовлетворить господина, хозяина собаки, то сделай что-то для этой собаки. И тогда хозяин собаки скажет: только посмотрите, как он любит мою собаку. Like we said the other day, how much Krishna is always thinking about his devotee.
Как недавно мы говорили на днях, что Кришна очень сильно любит своего преданного. Дурваса Муни was praying to Krishna. Дурваса Муни молился Кришне. Can't you think of my suffering? Ты что, не можешь позаботиться обо Krishna мне? Say? Ты же видишь, я страдаю. I'm always thinking about my devotees. И Кришна отвечал, я всегда думаю о своем преданном, я не могу думать о твоих страданиях. Я все время думаю о Махарадже Амбарише и о том, как ты оскорбил его. Если ты хочешь, чтобы я думал о тебе, ты должен отправиться к Махарадже Амбарише. И если ты пойдешь к Махараджа Амбарише и извинишься перед ним, то, несомненно, я тебя прощу. But I can't forgive you. Но я не могу простить тебя сам. You have to go to the devotee I'm always thinking about. Ты должен отправиться к преданному, о котором я все время думаю. Forgiveness from him. И молить прощение у него. Whatever service you do for him. И служить ему. That's how to get Krishna's attention. Вот так можно привлечь внимание Кришны. Господь Чайтанья пришел научить Гопи Бхарту Падакамалайор Даса Даса Анудаса. Он пришел учить тому, что мы все являемся слугами слуг, 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 слуг. The servant of Krishna who is the maintainer of the gopis. Слуг Кришны. Покровителя Гопи. I think you might be getting tired. Мне кажется, что, может быть, вы немножко уже устали. Just finish this paragraph. Я дочитаю один здесь абзац. The Lord tried to conceal his identity as the Supreme Personality of Godhead by representing himself as a devotee, but his pure devotees could recognize him by his special features. Господь желал скрыть себя, как Верховную Личность Бога, не раскрывать себя, но его чистые преданные по особым признакам все же смогли узнать его. The Vedas and Puranas foretell the appearance of Lord Chaitanya, but still he is sometimes called significantly the concealed descent of the Supreme Personality of Godhead. Явление Господа Чайтаньи предсказано в Ведах и Пуранах, но не случайно. Шри Чайтанью иногда называют скрытым воплощением Верховной Личности Бога. И следующего абзаца я подчеркну один момент. Две внешние причины, по которым Господь Чайтанья не зашел в этот мир. Одна из них была в том, чтобы распространить движение Санкиртаны. And there was a second external reason, и была еще одна внешняя причина, which we haven't mentioned yet. Которую мы еще не упоминали. Does anybody know it? Кто-нибудь знает? Адвайта Ачарья. Yes, да, Адвайта Ачарья. Yeah. Что с ним? Поклонялась ему водой из Ганги. Очень хорошо. Это вторая причина. Переводить? Да. Господь Адвайта Ачарья поклонялся Верховному Господу, звал его, поклонялся ему листьями туласи и водой из Ганги и молил его не зайти в образы Господа Чайтаньи. There's a whole story of how Advaita Acharya was testing Lord Chaitanya to see if he really was the person he was calling. Есть целая история того, как Господь Адвайта проверял Господа Чайтанью, чтобы убедиться, что это действительно та самая личность, которую он звал. One devotee named Ramai was sent by Lord Chaitanya to get Advaita Acharya and to tell Advaita Acharya, tell Advaita his Lord has come. Был один преданный Рамай, которого Господь Чайтанья послал к Адвайте Ачарье и сказал ему передать, скажи Адвайте, что его Господь пришел и зовет его.
So Ramai was sent to go get the way to the Jaya. И вот Рамай пошел к Адвайтачарье. To Шантипур. В Шантипур по приказу Господа. He approached the way to the Jaya, although he didn't know where he was going. His heart carried him to the right place. И хотя Рамай не знал, куда идти, он дошел до правильного дома Адвайтачарьи в Шантипуре. There was a conversation between the two, Рамай and Адвайта. Приводится описание их разговора Рамай и Адвайтачарьи. And Advaita said, I'll accept if this Nimai is my worshipful Lord, if he places his lotus foot on me. И Адвайтачарья сказал, я приму, я поверю, что этот Нима — это мой Господь, которому я поклоняюсь, если он поставит свои стопы мне на голову. So he was testing him. Он проверял его таким образом. But he was excited, he was thinking, yes, I worship the Lord has come. Но он был очень воодушевлен и взволнован. Да, Господь, мой возлюбленный Господь пришел. Он подготовил все параферналии для поклонения. Точно так же, как мы подготавливаем поднос с параферналиями перед арати. Адвайтачарья подготовил огромный поднос с всевозможными параферналиями для поклонения Господу. And then, as he was leaving, he told Рамай, tell your Lord that I'm coming. И перед уходом он сказал Рамаю, скажи своему Господу, что я пошел. Он знает, где меня найти. И он уж пошел в дом Нанданачари. So when Ramai went back to Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya said, where is my Nada? Another, И когда Рамай вернулся к Господу Чайтанье, то спросил, где мой Нара? Где мой Нара? Это еще одно имя Господа Адвайты. Чайтанье said, I know where he is. He's at the house of Нанданачарья. He's trying to fool me. И Господь Чайтанье сказал, я знаю, где он. Он в доме Нанданачарья, пытается обдурить меня. Tell him to come immediately. Скажи ему, чтобы немедленно приходил. И Рамай пошел в дом Нанданачарьи. И там была Адвайтачарьи, и он сразу же понял, когда его нашли там, что он пошел к Господу Чайтанье и стал прославлять ему всевозможными словами и молитвами. И Господь Чайтанье сказал, подойди, Адвайта. He took his foot, placed it right. Он поставил свою стопу ему на голову. Адвайтачарья began crying. Адвайтачарья стал плакать. Okay, I'll stop here. Хорошо, здесь остановимся. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.